Нейки джен, ону да кабледи джен. Бу халк сюлейшіні кулланырлы кенді ішінде Кишновдакы Баларджылык институтун білім узманнары. Сакыр лигаларын дикілмесі верер гарантия, ани үзім байы да олычы кісля хем берекетлі. Амата дикмеден білімчілер заанытланырлар үзім Баларджыларын дору курмасыннан сюлер Виктор Бондарчук, лабораториян башы. Осень после опадения листьев мы заготавливаем с них лозу и где-то в январе месяце тестируем на латентную инфекцию вирусных, бактериальных, фитоплазменных и других заболеваний на латентную инфекцию. После того, как мы протестировали, мы отбираем кусты, которые здоровые. Билимчилер шүпеленерлер ани ба бар колай улашсын түрлү дертлерлен. Даунлара япылыр ашлак суйлан терапия. Билимчилерин давасы каблетме сакыр лигалары. Араштырмаклары кечирерлер капалы капылардан. Докторан Евгений Хаустов ургулер ани иш о заман олыжык башарлы. Херлим биология урунда мал оларса исле. Для фитоплазменных заболеваний, таких как почернение древесины и золотистое пожелтение, мы применяем метод ПЦР. Для успешного тестирования на данные заболевания необходимо корректно выделить ДНК. От этого зависит все мероприятие диагностики. Ба дертлерин үзерине Молдовада баларчылар кайбедерлер 80% кадар үзүм берекедине. Эң өнүмлүү аны үзүм кырлыгалары кайбелер. Ольга Сусманованын лабораториясында кечир диагностика. Чтобы получить здоровый посадочный виноград, это, конечно, нужно проводить диагностику бактериального рака, потому что это очень опасное заболевание. Если растение повреждено этой болезнью, то на третий-четвертый год растение погибает, и очень большие изрезанности плантации. А так как мы производим здоровый материал и высаживаем все это на маточник, мы получаем маточник чистый. Бұрада бар камералар, нереде температуры варнича, хем бүлтме, хем есілтме. Онда илачылырлар үзімі. При высокой температуре растение растет, верхушки растут, а вирус задерживается, его развитие. Потом мы отбираем верхушки и вводим их в культуру. Мы получаем чистый от мраморности материал. Пак материалы кулланырлар киону чоклаштырма. Билим узман Марчела Дубчак ксюлер ани бу яплыр пек хызлы. Плюсом данного метода является, что от одного здорового растения мы можем получить несколько сотен подобных здоровых растений. Полученные растения, они в точности идентичны и первоначальному растению, инициальному растению. А инициальное растение, оно выбирается по самым лучшим характеристикам. Үзім институту хер заман аналарды Совет Берлин вақытларында. Ени үзім шартларын чыкаралмасындан эң өнімлі Молдова. 90-чы йылларда зор вақытларда иш явашлады бу урда. Виктор Бондарчук сөйлер, ани теплицаларда бар колай каблетме акырлигаларда аш коймауынлара. Эти прививки высадить в школку, в течение сезона вырастить, получить саженцы и уже их высадить в маточник. Но в течение, то есть в школке, есть опасность заразить фитоплазменное заболевание, потому что надо необходимость постоянно обрабатывать и так далее. Здесь мы в наших теплицах исключено заражение, мы высаживаем непосредственно уже здоровыми вегетирующими саженцами непосредственно плантацию. Закладываем маточник биологической категории базисный. Из нашего маточника наши питомниководы будут брать лозу для производства саженцев биологической категории сертифицированной с голубой этикеткой. Бу юрней кебе Молдова девлетен билимчилерин калители ишинде.